3 августа в детском оздоровительном лагере «Орленок» началась третья смена. Она будет последней в этом году. По традиции, родители и близкие проводили воспитанников в лагере возле дворца спорта «Кимберлит». На третьей смене детский лагерь превратится в одну большую телевизионную компанию, где каждый отряд станет проектом телеканала ТНТ. А вожатые – руководителями телевизионных передач. Как и всегда, ребята будут участвовать в различных мероприятиях. Этот сезон в детском оздоровительном лагере «Орленок» 57-й по счету. Всего за лето в «Орленке» отдохнули более 800 детей со всего Мирнинского района.